Спасибо. Саксофон Святослав Гучев. Соло на бас-гитаре Антон Горбунов. На ударных играет Руслан Капитонов. Петенька, в монитор клавиш чуть-чуть добавь, пожалуйста. Ага. Спасибо. Следующая композиция лирическая. Мы ее исполняли периодически, но это было трио. А теперь она звучит в содружестве с Текучевым, с саксофоном. Это совсем другое произведение. Но название осталось прежним. «Грёзы любви». Thank you.
Спасибо. Следующая композиция называется очень просто и весело. Не свежий гранат, а свежий квадрат. Thank you.
наступает радостный праздничный момент. Я приглашаю на сцену Машу Кац. Вечер добрый. Ну, собственно, я уже всех вас видела. А вы нас? Так, куда же мне? Ну, тогда я скажу, что мы споем сейчас. Это тема, написанная Иоганном Себастьяном Бахом в далекие годы, до 17-го года, в общем, это было написано. Это было инструментальное произведение, которое называлось «Ария на струне соль». Конечно, вы его услышали наверняка. Это такой хит, который уже стал ближе к поп-музыке. Но мне пришло в голову написать на него текст на английском языке, и получилось произведение под названием «Spring». Вот Машенька исполнит его. Flowers grooving up around.
Cut. Says. Следующая песня, небольшую историю. Сейчас Слава на меня опять обидится. На самом деле он, конечно, эту песню написал не для меня, но, видно, думал обо мне, потому что песня, по-моему, совершенно моя. И я тебе очень благодарна за нее. Чудесная песня. Но мне так кажется, сейчас слышно. Песня ждала просто, Машу ждала. Я ее никому не отдавал петь. Даже зарубежным звездам, честно скажу. Нафиг там зарубежный, говорю. Ну, поехали. Я тут немножечко слышишь, да? Если ты мне немножечко Славу сделаешь погромче, буду очень признательна. Make my heart with you and make me happy.
наша маэстро. Спасибо. Какую мы будем песню? О, чудесная песня. Песня, которую написал Стиви Уандер, она называется «I Wish». Я наконец подвигаюсь. Ну и вы тоже согрейтесь. Давайте. Они меня подпевают спеть Генделя. Генделя, Генделя. Нет, нет. Да, ну так что? А, ну хорошо, поехали. Нет, Wonderful World. Только в ре. Играть вам понравится. Какая разница?
as the skies of trees, red roses too. I see me blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. As the skies are blue, clouds are white, breeze blows the days, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Just people passing by, as a friendship in hands, say how do you do, I really say yeah, I love you. Спасибо. Пока Маша немножко передохнет, мы сыграем композицию, которая посвящается великому американскому трубачу Майлсу Дэвису. Она называется «Улыбка Майлса Дэвиса» – «Smile of Miles».
Антоша, ты меня просто удивляете. Год от года, куда расти уже дальше. А быстрее уже струны не ответят, наверное. Следующая композиция, это наша известная произведение под названием «Московская самба». Thank you.
Антон Горбунов. Руслан Владимирович Капитон. Да. И снова на сцене неповторимая Маша Кац. Сразу снимаю обувь. Буду шутить, шалить, подожгу. Амбар, уберите хлеб из амбара. Так, Тавров Палар. Да? Да? Тогизе кличка коня. Мальчик, не ссорьтесь. Thank you.
красавчики! Главный мальчик. Это наша девочка. Вот так, где-то. Польстил, зачет. Yeah.
Каша Маша. Маша. Каша Маша. Святослав Зимучев, Антон Горбунов, Руслан Капитанов и Вячеслав Говский, группа Квадро. Спасибо вам большое, мы вас любим. Следите за рекламой, приходите на наши концерты. Кстати, 14 октября в клубе Форте мы зажигаем вновь. До свидания, любим вас!